Доброе всем утро, друзья. У нас очень сильный ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Да, Чуч? Вот. Так что и прохладно. Чарли, бамо, бинго, бинго по дентру. Ну как, 23 градуса с утра. Прохладно, а ночью было 20 градусов. Представляете, это вообще прям мороз и солнце. День чудесный. Так, я уже позавтракала. Завтракаю, одно, как и раньше, один тост с этим. С творожным сыром и с вареньем. Ну и кофейный напиток. В завтраке у меня ничего не изменилось. Ну, потому что я думаю, что один тост всего лишь моего хлебушка, который я сама делаю, мне не принесет никакого вреда. Ну и как говорится, это наглядно, заметно. Вот, сейчас кое-что дела поделаю. Там у меня машинка стирается, потому что ветер, все высохнет буквально за 5 минут. И пока будет все сохнуть, я эти 5 минут с Чарли пойду на пляж гулять. Мужу сказала, что сегодня я никуда не иду. А я вам вчера об этом говорила, ну, неважно. Вот. Ну, и имеется в виду никакое пиво пить, ни тапы, ничего. Переждем пару неделек. Может быть, одну, нет, парочку неделек надо будет переждать. Вот. И потом будем возвращаться в нормальную жизнь. А пока так. Да, Чарли? Ты рад, что мама дома будет все время? Ты очень рад? Мичикитура. В городе такой ветроган, а здесь нормально. Вот видите, всегда так. Либо на пляже ветроган в городе нормально, либо наоборот. Поэтому, чтобы, смотри, вышел из балкона, хотя разница, но мы живем от пляжа в 2 километрах. Вот это вот, чтобы вышел на балкон, типа, и узнал, какая погода, не прокатит. Вот, потому что я, да, так додумала уже надеть что-нибудь потеплее, потому что показывает 23 градуса, я мерзлячка. Но, думаю, нет, надену все-таки свои эти сандали, и не ошиблась, потому что жарко. Как так 23 градуса? Ну, может быть, знаете, ветер ледяной, поэтому и 23 градуса, не знаю. Чарли опять мне сейчас показал свой протез. Не знаю, что у него за фигня. В последнее время вот сядет и сидит, и не идет никуда. Потом зовешь, вроде как идет. Что с ним такое? То хочет, то не хочет. Характер свой показывает, понимаешь ли. Все характерные, ко всем приспосабливаться надо. Ну, офигеть вообще. Здесь когда-то мусорка была. Мусорки нет, но привычки остались. Пакетики так и кидают вот сюда, в мусорку. Чего ее убрали отсюда? Вот иногда, да, собака сходит в туалет и идешь с этим пакетиком. Красота, люблю этот парк. Здесь так спокойно. У меня камера не работает, зато работает на YouTube, в Instagram камера. Прикол. Так что снимаем в инстаграмную камеру. Не знаю, что с телефоном надо. Так что снимаем инстаграмной камерой. Там написано, что нужно телефон переета. Ну, включить и выключить. Но я пин забыла, он у меня в кошельке лежит. Короче, так вот. Ну вот, перезагрузила телефон, теперь он у меня работает. Что-то какой-то сдвиг по фазе у него было. Все, погуляли, едем домой. Супчик готовить. Я вчера в инстаграме тортик один нашла. Такой диетический, но походу вкусный. Вот, но туда нужен агар-агар. И вот я думала, у меня в закромах-то моих есть агар-агар. Я ж куркулиха, у меня все всегда есть. Но вот агар-агара нет. Зато смотрите, что я нашла. Я нашла вот желатин, такую вкусняшку, и со стевией, представляете? Поэтому сейчас я себе сделаю вкусный десерт. А, и параллельно буду... А, сейчас пойду в духовке сделаю себе котлетки.
И буду резать суп. В общем, да. Жратву буду себе готовить, друзья. А что еще делать? Вся наша жизнь — пожрать, поспать, погулять. А вторую часть я вот так вот заморожу в морозилке. Паприка попала. Я добавила еще в паприке немного. И вот так. Не буду же я целую неделю есть эти котлеты. Поэтому разделила напополам, заморожу. Боя, как удивительность развела. Вот, это для желатина. А это еще кабачки себе сделаю в микроволновке. Солью посолю. Вот, и поперчу. И поставлю микроволновку минуты на 3. Суп у меня уже закипает. Вернее, его не уже закипел. Сейчас поварится минут 10, наверное, потому что я не довариваю. А там вода кипит на желатинку. Не довариваю такой суп, чтобы он был, знаете, полухрустящий. Котлетки, наверное, уже готовы. Сейчас покажу. Во, мне сегодня обожраться и не жить. Смотрите, это будет ужин. Чия-пудинг. Здесь кефир и чия. Все, больше ничего нету. Как раз он разбухнет и будет нормальный. Это сейчас я буду кушать супчик. Здесь пол кабачка. 3 котлетки. Смотрите, они какие классные получились. В духовке. Шикардос. Мне еще тут дня на 3 хватит. И перекус у меня будет вот такой. Дыня на десерт. А перекус манго. Здесь пол манго. Потому что манго все, как все обычно, знаете, поспели разом. Поэтому положила в холодильник. Вот. И здесь, мне показалось, одно манго слишком много. Половинку сделала. А половинку тогда на завтра. Так что вот так вот. Всем приятного аппетита. Заварила себе чаек. Вот. Вчера, который купила имбирь с этим, с апельсиновой корки. И вот тут тоже апельсиновый, мандарина. Мандарина, апельсина. Знаете, чем занимаюсь? Во-первых, Чарли играю. Ну, он сам игрался. В общем, у нас опять, кстати, жара. Ну, знаете, как ночью прям 20 градусов, а днем 32-30. Ну, жарко, в общем. Я уже месяц, наверное, поняла, что положение моей кровати мне совершенно не устраивает. Помните, я ее где-то полгода назад, или, может быть, больше уже, переставляла по-другому. И типа кайфово. Нет, не кайфово. Мне кайфово вот так. Когда она стоит посередине. И можно с этой стороны зайти и с той стороны зайти. Это уже достал на мешок. Туда этот надо освобождать. А в него надо уже складывать летнюю одежду. Вот. Но проблема-то у меня, потому что, знаете, столик журнальный нет, прикроватный некуда вставить, телефон некуда ложить. В общем, как-то это, нет. И что мы сели, и что мы хотим от меня? Что вы хотите от меня, дорогой? Скажи нам, что? Скажи что-нибудь. Ладра? 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 Минга, ладра? Ладра? Ну, sabes? Ладра? Ну, quiere? Пата? Ай, мой ниничик, гуапуэра. Тумба ты, тумба. Тумба. Ай, мой нини, гуапу. Приседаем, мы хугандо аора. Мы только пришли с улицы. Ты че, вообще что ли? Ну, как только. 3 часа назад уже пришли. В общем, мне нужен туда теперь прикроватный вот этот вот столик. Журнальный. А мы же вот, я же вот эти вот сюда поставила. Что творит зверь? И, в общем, они, кстати, классно вписались. И мне еще один такой нужен. Вот когда-нибудь, может быть, скоро поедем в Икею, в Малагу. Ну, посмотрим, куда, когда поедем. Сейчас такая ситуация в стране, что как бы не закрыли. А то тут планы-то можно настроить грандиозные. А вот сегодня типа ходи, а завтра нас нахрен закроют. Фиг его знает. Но план, надо съездить. И купить вот такой вот. Мне потому что он нравится. И цветом, и, в общем, классно это. И выдвигаются ящики здорово. И, в общем-то, у меня уже опыт по собиранию есть. В общем, вот так вот. Поставила кровать на свое прежнее место. Мне, во-первых, так нравится, потому что я встаю. И, в общем, такое у меня ощущение, знаете, могу открыть вот это окно. Вот, и не думаю, что никто на меня там не будет смотреть. А это я как бы вроде бы как его открою, и все
Соседи, хоть они и не достают до нашего, да, как бы, мировоззрения, но будут, мало ли, там, в бинокль жопу мою смотреть. В общем, как-то, ну, не знаю, не нравилось мне. Так мне больше нравится местоположение моей кровати. Счастье мое, Чарли, ты как что? А ты как, ты мне расскажи, что тебе нравится так или не нравится? Тебе скажи, мам, мне скажи, мам, все нравится, где ты, там и я. Где ты, там и я. Побежал, побежал. Так вот, бесится. Что-то у него это. Вот коврик к нему кладу, он его вот так вот всегда делает. Улетает везде коврик. Вот тут ему коврик кладу. В общем, вот такие вот у нас пироги на сегодня, на воскресенье. Так вот он занимается один. Ему больше никто не нужен. Потом он его полижет, поиграет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, правильно? Дондева? Конхугеты? Дондева конхугеты мининю? Какой красивый вообще. Ну какой же он красивый. Смотрите, как замерз уже. Замерз. Застыл желе. И знаете, вкусненько. И не калорийно. Кисленько такое. Очень даже ничего. И много получилось. Я там еще себе чаек сейчас сделаю. Такое у меня как каша получилось. Чая-пудинг. Буду ужинать и прощаться с вами до завтра. Завтра у нас поход по магазинам, наверное. Кое-какие планы есть, так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам самого лучшего и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!